Водорода чем? Ну хотя у нас тоже Астрахань есть. То есть так, у нас, у вас, да не в этом дело. Но я Японию просто так, не то что пример привожу, но достойное восхищение. У них там голая земля, понимаешь? Не важно, какие они, важно, что они эту землю подняли. Понимаешь, им есть чем обмениваться с людьми. Они умеют работать, у них мозги есть, понимаешь, и они фурычат. Да. Ну это уж чисто так, по-мужски. Уж нет, у Шотландии нет, конечно, да. У Швейцарии нет, конечно, да. Я вообще презираю, это вообще как членососы, просто какие-то мезозойские уроды, какие-то алкаши. Уж прости за выражение. В обратную сторону вот это. Ну, Украина женоподобная немножко, поэтому они как бы вроде пока существуют еще. Это моя версия. Ну, то, что, что значит против, они людей убивают. То есть, понимаешь, ты не понимаешь, что ли? То есть, ну, уроды же они просто, то есть, как тебе объяснить, антиевропейцы они. Да, то есть, по сути, ну, не нацики, как-то это по-другому говорится, они просто от широкой души как-то раз бульба, там, все готовы порезать просто, да, просто так, за какие-то там свои... Вот как ты сейчас, пошел на зону бухать куда-нибудь, и там, да, вот это есть Украина, да, стадо уродов просто, никак это самое, да. Он тебя, может, запомнил, да? Ну, да. Ну и чё? Так надо вести ты себя подобающе, если ты не работаешь, то да, понимаю, как-то спокойнее там, да, понимаю, да, детей размножать, говорит, там что-нибудь, да. Не знаю, да. Еще по-преступному наглые. Украинцы, они вообще преступники, не знаю, как так, черносошники, да. Черносошная Русь, да. Да, вот это есть, черницы, черники всякие, да, уроды, я же вообще уроды. Еще до того, как Аль-Каиду придумали, Тарас Бульба всем голову рубил, понимаешь, своим же причем родственникам. Ты не слушай европейцев, они членососы, они испуганные членососы, понимаешь? Им вообще на это насрать, там, да. Они хоть нацистов будут поддерживать, только бы Россию, против России, понимаешь? Да. Да. Они на что так? А ты что думаешь, они там не бомбили, бомбас? Да. Ну хорошо, они 15 тысяч, может, ну. 14, ну 13, 8 лет, 8 лет, блядь, тебя бомбили, ты понимаешь, вот давай сейчас побомбим у тебя вот деревню, вот рядом с Нью-Йорком есть что-нибудь, твой населенный пункт, давай побомбим так, раз в день, ну, по 3, по 4 мины в день хотя бы, лет 8-7, посмотрим, да, по жилым домам, кварталам, ведь по детским садам, по школам, блядь, так что сидите, блядь, член свой сосите, блядь, гуманитарные, блядь, хуесосы, блядь, ну, меня не касается. Нет, я просто тебе объясняю, что они, да, еще хуже даже, они за бабки проданы все, да. То есть они бездельники, мы с другой, да, то есть если ты человек-репортер, человек дела, ты не имеешь права перед собой, перед своей совестью, я про мужчин говорю, про женщин я не говорю, просто пойми, что для женщин, меня не касается, не стало меня, я про мужчин только говорю, понимаешь, ну, рыцарь, если угодно, да. Да, вот это и есть, ну да, вот дело это свято, больше, кроме этого больше ничего у тебя в жизни не будет. Если ты мужчина, больше вообще ничего не будет. У женщины это семья, она что-нибудь нарожает там, будет за кем ухаживать, за родными близкими, чтобы добро создавать как бы в мире, да, понимаешь, которого вообще не было. То есть родных близких ты нарожала, раз у тебя и родные и появились, их вообще не было же до этого, до тебя, понимаешь, это же феномен, как так? Нет, зато зря жизнь прожила, мешают они тебе жить, да, меня не касается это. Я тебе еще раз говорю, что, да, то есть это, то есть ты никакой не репортер получается, ты членосос просто, это омерзительно, понимаешь? То есть как ты не, да, не благород... То есть тебе вообще жить не обязательно, да, хуже, да, ну поймешь. Понял ты меня, да. Я буквально в смысле тебе говорю, то есть, да, то есть ты свою, знать не желаешь свое дело. Хотя ты целую жизнь живешь в одной профессии, понимаешь? Ну, к примеру, люди бывают переходят или растут как-то, или, ну, одно другому не мешает, не вредит, я не про это говорю. Да, я считаю, что это форма слабости, когда ты переходишь, хотя это вот твое дело. Вот, например, музыкант, исполнитель, это твое дело, а ты переходишь к какие-нибудь начальники, а начальник, то есть как бы,
Я считаю, что это форма эскапизма. Или эскапизма сам себе яйца отрезал, короче, да, и все. То есть это как бы, да, я понимаю. И только теперь перед самим, да, я не знаю, перед кем, мне насрать на это. Ну ты понимаешь, что, да, ты меня уже понял. Ну вот ты говорил. И еще раз я тебе говорю, вот эти три штуки, они не относятся к делу вообще. То есть ни политика, то, что по телевизору, ни война, ни религия, это все не дело. То есть, и, честно говоря, всех профессий там считают, что их не существует. Да, понял он тебя. Я же, да. Вот ты немножко вменяемый мозг станешь еще когда-нибудь. Меня не касается. Ну ты чуть-чуть меня понимаешь хотя бы, да. Да. Я говорю, вы все психбольные уроды просто. Когда вот земля впитает уже всех, блядь, без... Да, что... Без... Да. Заждались у вас, наверное, ваши собратья там, если такое есть. Зря прожитая судьба, зря прожитая жизнь человека, понимаешь, твоя, то есть. Ну, пошел нахер. Единственная твоя жизнь. Ну, я так немножко утешаюсь, что есть какой-то КПД. То есть, ну ты чуть-чуть все-таки сделал как репортер что-то, а все остальное член отсосал. Вот так 0,00% ты что-то там, да. Все остальное вообще ни людям, ни себе, да, все одна болезнь, ни сумма, да, понимаю. И сиди, утешайся теперь этим, да, понимаю. Да, понял тебя просто, да. Ну да. Ну, есть свобода, наверное. Больше никакой нету свободы, только свобода делаю. Ну какая еще свобода? То, что имеешь в виду, это гейская или горнорезная свобода, алькаидная, то есть ну, украинская, так скажем, резня просто, да, мразь просто, да. Я еще проще скажу, вы не имеете права воевать никто, даже если к тебе войска пришли, пусть они приходят, там что хотят, то и делают. Да, то есть все остались живы, все здоровы и все работают, понимаешь? Да, понимаешь. И так, ну да, ну что теперь? А как так получилось, что войска так к тебе пришли? То есть смотри, все равно что, ты как бы нарушал, из окна выкидывал петарды, кидал какие-нибудь бомбы оттуда, потом такой, и раз к тебе кто-то начинает стучаться, а дверь вдруг внезапно, ты такой, это сам, взял автомат, начинаешь такой, они там, да, понимаешь, то есть нет, такого не должно быть, ты же свободный, потом еще начинаешь соседу угрожать, там, или еще что-нибудь там, не знаю, да, да. Да, выходишь на улицу, начинаешь соседей убивать, там, еще что-нибудь. И потом за тобой кто-то приходит, естественно, нарушает свободу твою! Что надо делать? Я просто шучу уже так, да. Просто себе, да. Понимаю. Ну, это он имеет. Ну, это... Да меня настраивает, блин, да. Понимает он. Ну, он понял. А, он нравится, вы за войну все, да, я понимаю. Я просто говорю, что можно было без этого, ну невозможно, потому что они украинцы, не люди. Ну просто так, подоходчиво. Каким образом вы попали вообще в славянские народы, если на то вошло? Черника говорит, наоборот, да. На суках вас вешать так же, как все, понимаете? Да, да, ладно. Ну, да, то есть эти, ну я, ну как тебе объяснить, они убивают людей просто так,
То есть, да, понимаешь. Ну, он понял тебя просто, да. Как Аль-Каида практически. Своих же жителей убивают, да. Нет, что ли? И Тарас Бульба не брали, там, и все. То есть истории такой нету, что Украины, Украина всех там вот это самое, да. То есть это все русские придумали, что ли? Да, понимаю. Да, понимаю, что да. Ну да, понимаю, да. А им не нужна свобода. Зачем им свобода? Да они все выдумывают просто, да. Они все равно работать не умеют и не собираются, понимаешь? Да, и никогда не собирались. Потому что они просто русские на самом деле. Просто панки русские, просто русские, так скажем, тюрьмы, да, как тебе, да. Тюрьмы русские освободили, и они убежали все в Украину, понимаешь? Вот ты считаешь, что сейчас освободишь, они убегут куда-нибудь в Мексику. Это то же самое. И скажут, что мы не такие, мы не русские, мы на окраине сидим, Украины будем. Давайте чехи, да, давайте нам все бесплатно, да. Разделение, да. Когда-то была центром Руси, когда-то. Но это не важно. Да. Ну и что дальше? Ну, разделили, и что дальше? Это стало окраиной, правильно? Столица стала в Москве, они стали окраиной, где какой-то преступник. Куда преступники сбегают? Вот и все, блин. Малороссия не стали называться так. Ну да. Политически неактуальная, потому что, не знаю, то ли она наоборот, она была святая, поэтому святая, это те, которые людей, это те, которые эсэсовцев поддерживали, это они святые, это те, которые там, да, все, ну там неважно, которые людей вешали на суках, которые, да, а не было такого, это все выдумали, да, те, которые Бандера, это вот это, они святые, да, или что, святая Русь иногда, ну понимаете, просто, да, ну в каком-то смысле так, мне это не интересно. Просто обычные русские на самом деле. Ну, более панковатые, более, ну, с претензией, да, 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 я понимаю. Наверное, я не специалист, мне на это вообще начихать. Ищите всяких нибудь там. Я просто не верю, да, не буду их поддерживать, я не людей убиваю, потому что. И про них хорошо говорить, это, да. То есть люди, которые 8 лет бомбили детей, там, людей, то есть, да, ну, а что не так, не было, что ли, такого? 8 лет мирные объекты не бомбили, что ли? Это все русская пропаганда? А, это Путин сам бомбил? Это, да, понимает, он, да, наоборот, он это имел в виду. А что, не было такого, что ли? Серьезно? Да, понимает, он, да. Ну, наоборот, значит, да. Путин не подарок, конечно, но я почему-то все-таки, ну хотя, может, не знаю, мне начать можно, если на самом деле ничего, но я бы украинцу не стал никогда доверять, понимаешь, ты бы стал украинцу доверять, да. Это дерьмо вообще просто, то есть, не люди, просто, ну, политика ничего не делает, понимаешь, да, вот для украинцев как раз политика и существует, да, и им подобное, да. Для бездельников, ну для русских, скажем так. Только обычно русские людей не убивают. Ну или меньше убивают, да. Или по-другому. Ладно, Иван Грозный что-нибудь там тоже убивают, да? Ну, не знаю, нет такого, да, понимаю. Только те, кто это самое. Чё, как там? Нет, я не знаю, у меня таких данных нету, мне начинает начихать на это. Может, я действительно заангажирован, потому что я в России же живу, поэтому мне, естественно, это самое. Ну, нет, я тоже понимаю, что это самое. Политика, да.
Да, просто я не верю Украине, вот и все. Да. Страна, которая ничего не делала все эти годы, только орала что-то там. То есть, да, и людей убивала, кстати. По телевизору это показывала и аплодировала. Смотри, там людей убивали, сжигали заживо и насиловали, понимаешь? А ты этому аплодируешь? Да, понимаю. Ну, бандеровцы это военные люди, их можно так сделать с ними, да, понимаешь? Они, может, этого и заслужили, да. А может, там действительно были военные? Слушай, там русские военные были все. Да, особенно женщины, да. Не при исполнении просто. Просто без формы, да, это самое, да. Ну, ладно, да меня не касается уже, да. Ну, это он имел в виду. А, это все лишь пропаганда, что ли, да? Все, я так думаю, ну, я не знаю, ладно, короче, я ничего не знаю, на самом деле. Я все начинаю на все начихать, да. Не стоит, просто черт, кстати. Любая война, она не стоит того, чтобы воевать, понимаешь? Тем более украинцам, вам вообще не за что воевать, понимаешь? У вас там страны-то никого нету. Если вы там ничего не делали, как ничего не делаете, так и ничего не делали. Ну, я преувеличиваю, конечно, тем не менее. То есть у вас, ну, наоборот, только, да. А, ну хорошо, ну это он... А, у вас Европа ждет. Ну это он имел в виду, да. А, и все вам построят, поедем, конечно. Еще, ну... Меня не касается, это мне вообще начихать, да. Ну я ерничаю специально. Ну хорошо, поглумился, может, не понять. За что вы там воюете? То есть за то, что за труд не надо воевать, надо трудиться, понимаешь? Да, понимаю. Да, долгий разговор. Да, ну вот это. Да. Так это война, это бабство, это не мужество. Особенно если то, что хотя бы часть того, что говорят русские, если хотя бы часть этого. Она как бы соответствует истине. Да. Ну да. А может действительно так. Да. Вот это он. Да, если кто, а, те, кто видит, они просто не доживут, понимаешь? Да. Сразу все равно, да, понимаешь? Да. То есть и у Бога есть лучшее предназначение, чем быть просто трупом для тебя. Это тебе точно куском мяса фаршированного, да. Да. Скажем так, чтобы коротко уже. Да, ты себе в своей жизни еще можешь пригодиться. Это я тебе точно говорю. И не надо быть. Не имеешь права. Если бы не так, тогда бы такой. Все, я прожил жизнь, хватит. Сразу бы умер, да. Да. Это не издевательство, я просто не знаю. Да, то есть такое бывает, сам понимаешь. То есть есть. Да. И ты никуда эту жизнь не денешь. Это просто программное обеспечение, что-то не так пошло, и поэтому ты начинаешь жизнь ненавидеть, начинаешь суицидничать, что-нибудь такое, понимаешь? Подсознательные программы, ну он понял тебя уже, да, да. Ну он понял тебя. Thank you.
есть это подсознательная программа, то, что да, понял, он тебе, да, понял. Он тебе так говорит просто, да. Я вот тебе про это и говорю, да, как все, да. Это не экономика, понимаешь? Просто, да, скорее всего, надо индивидуально куда-то, да, не знаю, развиваться и вместе со всем миром работать и становиться постепенно не мызнуть, а становиться, наверное, ну или мызнуть, мне насрать вообще на вас, да, мызнул на запад, да, и скажи, и все, и там работаешь, да, да, да. Вот здесь у меня не получалось играть на фортепиано, а там я буду уметь играть, да, вот я уеду сейчас и буду уметь играть, за деньги в том числе, да. Но в какой-то момент придется подумать. Ну, на себе, вот это и было самое. Да, да, да. А, Задорнова включили. Все, да. Это даже подозрительно, какие у них такие проблемы-то, что они все время... Благородные люди, понимаешь, они все бабы. Я вообще, я самый бабистый из вас всех, из них всех вообще, да. Значит, он играет себя, значит, пошел нахер. Вот так.
еще можешь победить. Я как человек, который понимает, что такое что такое слабость, который знает, да, в принципе, как многие люди, как все, наверное. То есть, и это нормально, я думаю, да. То есть я могу вас понять. Но это не оправдано. Ну и чё? И чё, кому-то это легче? Да чего это вообще? Ладно, забудь. Это экономика, понимаешь? А экономика — это индивиды, которые работают, понимаешь? То есть у нас политика вообще никак не связана, понимаешь? Да. Да. Политика занимается только, простите, да. Политика — это слабость, понимаешь? В принципе, она как бы, если только как бы тень какая-то злая, да, понимаешь, кусачая такая, да, вот такая черная, черная, как говно вообще какое-то дьявола. Да. Да, смерть несущая, как говорится, да. И ложь. Да. Ну, короче, не важно, что это за галки. Не касается. Поэтому украинцы, как и русские, так усердно занимаются политикой, только они убивают из-за политики. Вот открыто, насколько я понимаю. Да. Причем, да, без разбора причем. Да. Как жестокие поцы. Беспредел разыграют. Да, понимаю, да. Как будто они что-то делают, как будто у них есть что защищать, а уж простите. Да, пошли нахер, короче. Но это неприемлемо, я считаю. Если людей убивают, это вообще плохо.
раз Муромец один час стоит, скажет. Преступники просто. Преступная Русь, да. Преступники работать не любят. Они бесплатно любят пирожки кушать, печеньки и в кафе поздним ходить и не платить еще за это. И так постоянно. Я могу как бывший алкоголик понять, о чем вы говорите, да, скажем. Понадобилось бы столько всего, понимаешь, если бы просто, да, мне не касается, это не интересно, ну и чего такое, на работе интересно, да, что видишь, там, ну, не касается, да, я тоже такой крикуша, ничего страшного, крикуша, вот я говорю, чем меньше оры и больше дела, судя по всему, у вас там не очень много чего есть. А зачем вам жить, если вы не работаете, понимаешь? Да, понимаешь. Не собираетесь, мне не касается. Жить просто так, как животное, короче. Понял, да. Совсем, но около, ну, наверное. Нет, значит, не я говорю так вот. Это есть, она. А зачем вот, да не надо так делать, зачем вам это? Вот это он есть. Да. Кому от этого легче? Ну, пусть они сами занимаются. Вот люди, да. Ну, наверное, думайте сами. Я что-то что-то. Да. Угу. Хорошо, идеально, прям вообще замечательно. Да. Судя по вопросу, надо как-то разобраться, хотя бы чуть-чуть хоть какое-то представление иметь. Ну, так. Че, и куда они свою свободу делят? Че, они поляки, что ли, работали? Что-то нарабатывают? Типа, о, да что? А че, кто тебе мешал-то? Кто вам мешал работать-то до этого? Причем здесь вообще, это, причем здесь все это вообще? Это, да. А, ну это он здесь. А, ну да.
все, не мучайте уже, да. Ну и на здорово. Ладно, мне начихать вообще надо. А за что вы будете? То есть русский очень активный деятель, да. Ну, понимаете. Если мы такие активные, то что тут тебе? То есть украинцы никого не убивают, и свое население они не трогают. Я говорю, уроды просто. То есть, как бы, да, так вам и надо, мразь. Ну, не знаю, что вырвалось что-то почему-то. Просто такие люди мне отвратительны, понимаешь? Которые бездельники, на Майданах сидят годами, месяцами, там, стадо алкашей. Еще какие-то претензии имеют вообще просто. Дать белорусов, согласитесь со мной, да? Я не хочу ничего тут сказать, понимаешь? Я так говорю. Смешно. Наверное, традиции, скажем так, да? Разрешили? Да. Работать надо, причем головы надо. Когда ты работаешь, оказывается, все по западным технологиям все сделано. И мало того, что сделано, эти технологии идут вперед, понимаешь? Прямо вот сейчас. И Запад изобретает новые технологии, понимаешь? Ну, в этой мире, да. То есть, да, да, да. Поэтому ты сейчас поставишь совок и все отградишь, все. Через 5 лет здесь ахинея начнется. То есть, потому что, да, это все. И ты с этим ничего не поделаешь? Ты что, не самый умный, что ли? Не знаешь, что ли? Да, меня не касается. Я просто тебе объясняю. Да, да, да. И мне это начихать. Я в это не верю, что ты как бы куда-то надо вступать. И такого не бывает. Берешь и работаешь, понимаешь? Там, да, по своей специальности, да, ну, короче, это, да, да. Я поэтому никогда не поверю уродам, которые горло кому-то режут, убивают кого-то, а потом говорят, что типа теперь можем работать, или теперь, да, то есть как бы. Да. То есть, ну наоборот, да, наоборот, да. Которые поддерживают на общественном плане там все вещи, которые там, да, понимаешь, да, да. Что общественное, ну да, ну страна маленькая, другой, ну то есть они себе такое позволяют, ну это не важно какая страна, ну Люксембург, что дальше. Да, там, просто показывают, то есть чем меньше страна, тем беспредел выше просто. Да. Не согласны со мной, да? Ну, я...